привет, вы на канале «Наша жизнь в Америке». New life is my life. И сегодня мы в школе. В школьном парке «Парадайз». Мы здесь на традиционном пикнике. Каждый год в конце года все классы выводят на ланч в определенный день. Об этом оповещают все заранее, оповещают родителей. В этот день, если ты можешь, ты можешь взять свою еду и прийти в парк и покушать со своими детками. Бывает, когда родители не могут прийти со своими детьми, то тогда... Они приходят с чужими. Нет, они дают еду, и ребенок присоединяется к чему-нибудь. Компании. К чьей-нибудь семье. Все приходят со своими пледами, со своими стульями. Ну, в общем, кому с чем нравится. Берут с собойки, кто-то покупает в общепите, да? Ну, короче, во всяких Пандах Экспрессах, в Макдональдсе, и в прочих там ин-н-аутах, и в прочих забегаловках покупают еду. Кто-то делает сам, вот, и все собираются, располагаются в парке. И проходит вот такой вот общеклассный семейный пикничок. Еще бывает день, когда он называется немножко по-другому, но тоже пикник, когда на территорию школы можно прийти всем родственникам, включая бабушек, дедушек, вообще кого вы найдете. На это мероприятие не нужно быть очищенным через офис, но не иметь разрешения. Справки о том, что у тебя нет туберкулеза. Тебе тест не надо делать. Тебе тест, да, не нужно делать. Тоже приносится еда, но тогда разница в чем, что сегодня здесь только наш класс, а на территории школы собираются все от самых маленьких до самых больших. И упасть негде, вся трава занята, и иногда просто на асфальте ложат плед и сидят, кушают все вместе. Это клево и весело. Мне кажется, это очень хорошая традиция. А вообще, если у вас есть желание покушать со своим ребенком, то вы можете в любой день, вы знаете расписание, когда дети идут на ранч, то вы можете прийти в школу, через офис записаться, пойти за отдельным столиком с ребенком покушать. Это только приветствуется. Во время обеда, короче, ну, во время ранч. Да, прийти со своим ребенком. Вот такие всякие интересные традиции бывают в американских школах. Хорошо, закрыто. Которые, ну, как бы... Этот ланч будет длиться полтора часа, дети могут кушать, могут играть в этом парке. Это этот парк, который, ну, прямо через забор с нашей школы. Прямо около всякая... школы, вот там наша школа находится. Там очень много. Ну, у нас здесь в парке есть всякие каталки. Гулялки. Где, короче, дети... Горки, качели, всякая ерунда. Вот такое маленькое... Маленькая информация про американскую школу. Если кому-то было интересно, это здорово. Задавайте вопросы, мы будем еще что-то рассказывать. И вы были на канале «Наша жизнь в Америке». New life, it's my life. Всем пока-пока. Увидимся в интернете. Bye-bye.